Итак, всем трем. И доброго времени суток, это когда... Ой, Дмитрий. Или не я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях на канал, подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй. Тебе не сложно, а мне приятно, мне поддержка, а мне мотивация. Ну, в общем, это и так все прекрасно знаете. А кто не знает, тем добро пожаловать. И мы продолжаем. Мы продолжаем. Ага. Английскую королеву, по-моему, да? Так. Вот тут нам предлагается цапнуть. Корабли летучие. Угу. Так. Ну, сейчас, естественно, я буду лажать. Это без вариантов. Вопрос, на чем я буду лажать? Песчаный, может, взять? Мне что-то с ним... Дайте попробуем, на самом деле. У меня как-то с ним неплохо получается. Что, деньги кончились? Ладно, дайте бабла немножко. Так. Все. Тенге нема. Что-то падает. Толк, правда, с этого. А, поехали. Попробуем. Под веселую музыку. Пиу. Тормозим. А враг-то уже покатился. Так, особо время тратить нету смысла. Так что просто газуем. Свистили, сидрить вашу в корень. А бронированный шар взял. Ты смотри, какая цаца, а? Бронированный шарик он взял. Скотыняка. Скоренько. Нет уж, приятель, не в этот раз. Ну, вперед, что стоим? Ломайте, поразительно. Есть. Песочный валун мой любимый, по-моему, здесь. По крайней мере, у меня с ним что-то получается. Так, дальше. А, ну эту гонка, давайте ее. Собственно... Да, королева продолжает сопротивляться. Не знаю, как тот песочный валун, мне реально с ним лучше всех. Так. А за кого? Тут есть кто-то, за кого мы не играли? То есть, кого мы прям совсем не видели? Это все. Блин, это все видели, это видели. Не, в топ горячую картошку-то видели. Со снежок катались, медленно тает. Да? А, на льду. На льду. Да не, ладно, видели мы всех. Поехали. Кто тут против меня? А, бронированный. О как. А чё? А куда? Тут же батюшки. Нифига себе, какая тут. Прикольная. Территория. Не, ну просто прикольная. Чё так это... Музыки только басов немножко не хватает. Причем дело тут не в моих личных басах. Ну, я имею в виду. Тут именно что? Сама местная музыка такая. Я туда еду? А черт его знает, да? Вроде туда. Так, бронированный настигает, скотина. Я слышу сзади его неприятное шебуршение. Там... Вот это я ошибся. Тихо. Бронька. Стой, скотина. Тише. Ох, это я не прав, а не нормально. Вот за что я люблю песчаные валуны. Ну как-то с ними реально лучше выходит. Бронька, не догоняй. Ты этого не хочешь? Все, за мной идет, да? Тик-тик, паразит. Ох, удачный X4. Красота.
Ну, что-то вот, не знаю, в этих миссиях компы, конечно, что-то уж совсем, ну, тупят. А на легком они здесь еще вообще в другую сторону едут. То есть у меня тут нормал стоит. Так, на секундочку. Ой, как печально. Вот, кстати, обратил внимание, что... нифига себе. Чё так это, близко-то переместили? Печально. Он с меня так и делает. Бяка. Нехорошая. Эй, ты чё? Да блин, ну ладно, ты издеваешься, а? Фига себе отрикошеть. Ну все, это я уже... Сейчас надо чудеса просто проявить. Эквилибристики, чтобы успеть. Песчаные валуны. Давайте хоть очков насобираем. Бляха-муха. Хотя бы. Может, конечно, перезапуститься, в принципе. Ну, блин. В смысле? Вот все раз. Между колоннами можно было проехать. Интересное кино. Выясняется, блин. Да, серьезно, что-то я не ожидал такого, что между колоннами можно проскочить. Я-то был уверен, что... Там, как бы, ну, то есть он как поехал тогда в объезд, и я за ним. Нет, что за неприятель не в этот раз. Нет уж не в этот раз, приятель. Ты меня, как говорится, прости, бронированный мой друг, соперник и так далее. Но сегодня я не намерен тебя проигрывать. Прям за мной идет, а? Тик в тик, засранец. Вообще, кстати, странно, что здесь как бы броник выступает, ну, против меня. Да господи, ты издеваешься, блин? Дурацкое место такое. Как здесь можно проехать, что ли? Фига себе, реально можно. Нормальная ситуация, блин. Я думал, эти колонны такие. Ну как. Ну, то есть как бы, да, пространство там нарисовано, но я думал, так уж чисто. Для виду. В смысле? Да ладно, он меня опередил? Зашибись. Вы поняли, да? То есть он меня ну, зараза, а. Ну ладно, черт с ним, звезд, мне и так хватает. Так, а то что такое? Полоса препятствий. Не помню. Ай, ладно, поехали. Так, сколько там время? Нормально, еще играем. Ну, зараза, а ему X3 засчитали. Типа, я еще... Ну нет, ребят, это уж извините, но это скотство. Это что такое, блин? Я уже там был внутри, а мне это не засчитали. Полоса препятствий, говорите, да? Ладно, песочник возьмем, черт с ним. Воздушный бронированный. Это интересный вариант, я вам скажу. Ну куда? Ну прям, ну просто отрикошетился. Ровно вниз, скотина, а. Поехали, пожалуйста. Не свисти. Денег не будет. Тец. Ух ты, скотина.
Стой, бронированная собака. Скотыняка. Стоять! Стойте, говорю. Стой, зараза! Я, конечно, все понимаю, но почему меня-то так отбило? Ёлки-палки. Моё. О, есть. Две сбил, отлично. Всё-таки моё первое место. Чё такое? Двигаем дальше. И сочный валун прям мой любимый. Пизнаю. Прям. А вот мы угадали. Да, отвяжись, а. Дурацкая херня. А-ха-ха-ха, обманул, глупый радиальный танк. Хрен тебе не попасть в песочный шарик. Вообще пофигу. Да. Ну вот это вранье, конечно, полнейшее. Цыц. Зашибись! Я обожаю это! Нажимай назад! Не нажимай назад! Вообще пофигу! Я еще и подарил этому козлу проездную. Ну да. Черт! Остановите его кто-нибудь! Стой, падла! Я... Блин! Серьезно! Почему? Ха-ха! Собака! Он меня сделал! Чуть-чуть я его, блин... Чего перепрыгнуть не смог, кстати? А, еще один раунд. Один хрен, ну, сейчас же я уже. Чего ты меня бодаешь, отвали. Блин, надо там как-то тормозить жесточайше. Он не тормозит, он вообще как бы... Проблема как бы вот этого шара в том, что в таких ситуациях он просто не тормозит от слова совсем. Попали, сволочи, а. Он очень плохо тормозит. Прям беда-бедовая. Нет. Бронированные шары... Вот бронированный шар здесь как-то не так сильно ускоряется на этих... Ну, на этих, как их обозвать-то. Ну стой! Ну я же жму назад! Ну куда ты... Блин, посмотрите, как этот тормозит, говнюк, а. Нет уж, хрен тебе во всю рожу. Нет, да блин, ну стоп, ну назад же я жму, ну кнопка S на что, а? Ну пожалуйста, опять этот козел меня здесь обогнал, блин. А все потому, что правильно, потому что кнопка S не работает. И все, скотина опять первая. Нет, здесь повезло. На типа. Получилось. Ага, и одна звезда. Ну да, конечно, я же не 3 из 3 сделал. Дырки жопные, блин. Ла-Манш. Лавина валунов. А, ну это мы любим. Это мы любим. Да, королева, вы очень странно выглядите. У вас взгляд немножко безумный. Так, ну, естественно. Чипоинкс, естественно, чипоинкс. Чипоинкс. Так, у нас еще есть корабли. Корабль. Вот эта штука и вот эта штука. Угу.
Да ладно, всего одна? Так. На что у нас тут? В смысле? Еще одну, да? В принципе. Вот так. Ну, время есть, как бы, да, денег, в общем-то, до хрена. Так что, почему бы и не пострадать всякой фигней? Так, здесь. Здесь. Здесь 4-5. Здесь, да? Можно еще одно бычка воткнуть, допустим. В целом 5. Ну. Ну так, допустим. Да? Давайте смотреть. Где-то применить-то можно. Быков они сдули начальных. Мимо. Есть. Все. Красота. Очищаем. И все. Вообще без проблем. Ты, блин, серьезно? А, ну ладно. Так, в целом бык себя оправдал. В целом бык себя более чем оправдал. Денег у нас хоть жопой жуй. И, в общем-то, це. Ну а что тут? Особо выдумывать-то. Бам-бам. Бум. Бока сдавили, да? Угу. Ну там с ним с этим разберутся. С мелким мечиком. А чё за мечи вообще? Каменные какие-то. Хрен поймешь. Это валят. Ну да, то есть. Ничего себе ты какой упертый товарищ. Можно его убрать, пожалуйста? Спасибо. Вот и все. Вообще ни о чем. А еще одна, что?
Звук победы, да? Блин. Да. Ну, в общем-то, это как обычно. Вот это вот, по-моему, вот эта защита от шаров самая легкая, что здесь есть. И королеву мы в целом сделали. Ой, шелтая-болтая. Да, кстати, вот эту штуку надо будет испытать. Это что такое? 70 мельниц, что ли? А, двойная мельница. Ты ж, батюшки. Так, это мы все взяли. 45, 50, 60. У меня на все уже есть 70. Здесь мы, по-моему, все уже пооткрыли. А, вот 77. Какая-то штука там есть. А кто это? А, гильотина. Возьмем, да, обязательно. Так, тут никаких еще скрытых вещей нету. Я каждый раз осматриваю в надежде найти что-то новое, но... Так, ну ладно, я думаю, следующую миссию тогда начнем с этого. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но после перекола.